2.37. А, это наверное, 2.37, а потом 3.40, что ли, или сколько там за отжимание. Ну ладно, продолжай. 3.40 уже было на отжимании. И что за это поздравили тебя, что тебе за это дали? За это меня поздравили, ну, я для себя сделал свой рекорд хотя бы, для себя. Мощный рекорд, мощный. Я получил приглашение на бесплатное занятие. Сколько штук? Три. А что еще получил? Яблоко. Молодец. Одно? Молодец. Два. Второй Дани. Брату поделиться, да. Но если ты Дани еще расскажешь ему про, что надо это тоже пройти испытание. Я говорил ему. Он не хочет, да? Можно одну палку взять? Ты сделай то, что я тебя прошу. Дальше возьми блинчики. А. Можно, конечно, только чуть попозже. Бери блинчики. И давай дальше крутить, вращать. Ну, давай. Давай в темпе, не мешай, конечно, братишка. И крути спинку прямо только. И вот покажи красоту Сергею Сергеевичу, как вот там ходишь, двигаешься, покажи осанку свою, покажи, как ты правильно все это делаешь. Потом пришли ребята еще из Беркута, или как он, Беркут, да, рукопашники, да, Ибрагим и Артем. Еще другом забежал паренек, забыл, как его запомнил, он вообще босиком просто, короче, бегал. Попробовали они, ничего у них не особо получилось, валялись на матах, устали после подтягивания. Я им дал по яблоку. И они пошли. Вернее, они сначала и пришли. Ибрагим привел маму, типа, позаниматься. Потом еще раз пришел, говорит, яблоко дадите. То есть сходу сразу говорит, яблоко дадите. Я говорю, давай, надо испытание пройти потом. Че, Серега, завтра ночная? Блин, как здесь спокойно. Там суета, да? Ну ты хочешь приляжь он? Не, я так, я сейчас забит. Просто пальцы скукожились. Скукожились. Все, пальчики сейчас разминай. Вот так делай. Делай. Потом нет, опять у них возьмешь. Еще и как будто две улыбки появилось. Сергей Геннадьевич, давайте сейчас снимем, чтобы перебросить обычно. Давай, все, сейчас, секундочку, я про Сергея Сергеевича. А то он потом долго. Все, сейчас. Ты можешь продолжать делать, а Сергей Сергеевич снимет. Ты можешь продолжать так же кач свою, а он, надеюсь, это, силы найдет себе, если чуть-чуть материальчик снимет. Я попробую подтянуться. Данил, о чем? Можно? Попить, умыться в туалет, да. А Данька, давай вместе попробуем 16-килограммовым весом поподтягиваемся на полотенцах. Просто попробуем и материальчик снимем. Не знаю. Это будет гиря 16 килограмм, которая привязана на поясе. Ярослав, попьешь, блин, и отнесешь на место, один, ладно? Один-два глоточка максимум, ты что столько хлещешь? А он хлещет вообще. Я его дохлеб. Да не надо, ты, у тебя потом бок болеть будет. Да, вот я про это. Да он у меня болит, когда я бегаю. Отойди, потому что в воду хлещет. Блинчики возьми и отнеси на место, пожалуйста. Один сюда положи, другой туда. А почему эти два блинчика не одно место? Потому что они на разных краях, краях штанги висят. Мне кажется, сегодня не убирались, потому что смотрели, пылька была там разная. Вот не чувствую. Вот тогда, когда мы пришли, тогда убирались. Потому что хотя они сказали, понедельник, среда, пятница, типа, будут убираться после тренировок приматов. А значит, до наших тренировок. Я понял, это часть одного из чьих вчерашних просветов. А, которую они развалили, да. Можно я возьму эту? Бизончик? Нет. Вот эту бери. Помнишь, как рукотягалку? Помнишь, как надо делать? Надо в стороны. В себе крути, в себе от себя, да. Вот так вот? Да. А я-то думала, она еще советская, эта рукотягалка. Ну, которая... У нас раньше другая была. Которая как горлошка. Ну, форма такой же, принцип такой же действия? Нет, его растягивание. А это, видишь, это наскрут. Ну, это для армрестлинга, наверное, для вот всяких боевых там штукенцев. На день рождения, по-моему, я еще был юный, подарили. Тихо, ты там в ящике не разглядывай, не надо тебе там ничего смотреть. Ты лучше рукотягай и качай пресс одновременно. Можешь так делать? Вот лечь вот сюда. Ярослав, тебе объясняю. Вот лечь вот сюда, головой вот туда. Ножки, или вы сюда ляжь, головой туда. Ложись, ножки закидывай на покрышку. Поближе. Из крайности в крайность.
Рука тягай. Он здесь подходит, я подхожу помочь ему, он здесь как начал наяривать. А, опять? Ну, у него бывает. Опять ты за свое. А у него бывает. Давай, рука тягай и поднимай корпус. Корпус поднимай, как пресс качаешь. Да. Так, что, Сергей Сергеевич, телефон, Данил, дашь ему телефон? Раскнул. Все там, все так же? Он очень дорогой? Да он так, не братан, особо. Мы же его мы же его не себе забираем, мы на время. Нет, если Данил переживает, то он может сам поснимать. Но мне кажется, Сергей Сергеевич справится с функцией удержания телефона и нажатия кнопки. Мне хочется верить, что он это сможет сделать. Но если автомобилем управляет, то... Да. Сможет. Да? Да. Он не только автомобиль. Вместе, парни, вы видели, как он в компьютерные игры может зарубаться. Как-нибудь, если там пересечетесь на онлайн-пространствах. Погоди. Вот сюда зайди, посмотри. Да. Браво Старс. Нет, не Браво Старс. Ну, Браво Старс, я не знаю, может, он и играет, конечно, Браво Старс. Играешь в Браво Старс? А что это такое? Игрушка. Как компьютерша. А, нет, на мобильник я вообще не играю. У него PlayStation. Не только на мобилку. И компьютер. Еще на компьютеры, еще. Ну, на компьютер там через эмулятор. Я слышал только пару раз это название. Я ну, от одних же, да? Вот от них же. И... От ребятишек. Или можно вообще на планшете. На планшете рекомендую. Очень хорошо. Ну, если ты рекомендуешь, то, конечно, все. Осталось приобрести, Серега. Если он рекомендовал, надо осталось приобрести планшет, закачать Браво Старс, закинуть туда 1200, а Браво Старс, закинуть туда 1200 гринов, там или что они закидывают. Купить. А, еще деньги надо закидывать, что ли? Конечно, а ты что думаешь? Можно из-за Браво Старс, где выполняешь квесты и получаешь уровни, а на них можно... Четыре персонажика бегают. Не, не четыре. А сколько там? 58. А, 58. А мне казалось, парни показывают, четыре в одной команде они бегали. Ну, может по быть. Три. Или по три. Бегают три и вот маленькие такие игрушки, нарисованные, как говорят, шляпки. Ну, тут берешь и маленькие. Да. Там, кстати, на вас есть скин похожий. Чего? Да. А что, там есть персонаж на него похож? Нет, не персонаж, а скин. Ты что, скажи? Ну, скин это одежда, да, кожа, как бы, мы понимаем, одежка. Да. А чем он на него похож? Он тоже крутой? Борода. А. А и все? А я не помню. Борода, ну, еще... Лысина. Барабаны. Лысины нету. Ну, тогда ты про что говоришь? Про персонаж. Про какой? О, король викингов. А. Король Викинг, нормально похож у этого, одобряет. Ну и еще чуть-чуть похож на Таноса. А Таноса? Перчатка есть такая. Фига себе, Серый, вот это сравнили. Так, Сергей Сергеевич, сейчас что надо сделать? Смотри, подойти так, чтобы было у нас по краям полотенце, да? Прям подойти, чтобы были полотенца. Я положу обратно. Я поднимаюсь до половинки, начинаешь съемку, ну и до максимума. То есть 58 или 58, да. Но я не знаю, я не думаю, что получится у меня больше 10 раз делать с этим весом на полотенцах. Поэтому, знаешь, как давай попробуем сделать, я пробую делать или 8, или сколько-то без шума, без звука, попробуем зациклить потом. Я поднимаюсь так в половинку, зафиксировался, включаешь съемку. Потом я поделал действие, покачался. И уже максимально долго, когда я вешу в половине, я максимально здесь. Долго проводишь здесь. Время. Здесь. Только я пойду вниз, вот если прям это, прям, и там скажу тебе, типа там, хорош. Я слаб, вылезти с кадра. Не, ничего, пусть занимает, ты можешь только делать красиво. Ну вы же хотели зацепиться, там звук издашь, я закончу. Да, какие-нибудь красивые действия делай. Не просто так стой, чуть отжимайся, подтягивайся. Ну там делай упражнения какие-нибудь. Конечно. Это делаю. Ой, еще не началось? Это
Ярик, не надо ничего говорить, просто молча. Ну ему нравится, может, комментировать. О, стой, стой, Ярослав, подай мой телефон, пожалуйста. Хорошо. На столе лежит. Сейчас, секунду. Бегом. На столе лежит. Давай, бегом. Стрёмненький, конечно. У тебя такой же. Такой же, но не прям как квадрат. Сейчас. У тебя точно такой же. Один, два, сейчас, секунду. У меня хотя бы там есть. Ну нормально, он что, он старшего брата, а телефон стрёмненький, ну. Это, короче, телефон старый. Да, старинный. Это старый был. Старинный. Мой старый. Ну у меня чуть-чуть помладше. Ну ничего, бывает. Сейчас, секунду. Парни, секунду, подождите. Просто надо саундтрек включить. Да? Куда без этого? Привет! Без саундтрека. Ярик, лучше выйди, там ничего толкового не делаешь. Буду и комментировать, прекрасно. Не надо комментировать. Это все серьезно. А ты мне... Выйди. Говорю, не, ну может он комментировать хочется. Ты меня постоянно комментируешь. Когда? Постоянно. Приведи пример. Комары. О. О, да? Нормально же? Готовы? Ну что, все готово? Да все готово, конечно. Вы снимаетесь, Сергей? Да уйди ты оттуда, ищи. Господи. Я серьезно говорю, сюда иди. Выполняется Сергей Геннадьевич. Рвется, блин. А, ну да, полотенце рваться начало. Ёшкин матрёшкин. Ладно, пойдем другим путем. Пойдем сюда, Серега. Стыд где? Полотенце. Просто так будете подтягиваться. А? Просто так без полотенец? Да. Тяжело. Полотенцами намного тяжелее. Нет. Я не тебе говорю. Тихо. Ты, если хочешь, можешь говорить, но просто если бы помолчал, было бы классно. У нас была бы музыка. Не музыка, а то, что ты говоришь, не в тему вообще. В принципе, это можешь прямо отсюда начинать. Да, по уровню вот так, по уровню рук, да? Скажешь, начали и включишь. Начали. Да. На малёк после... вчерашнего занятия. Дань, попробуешь? Не, мне своя программа. Сейчас, погоди, Серега. Пойдем сюда. Вы много не снимаете, а то будет долго перебрасываться. А он коротенький делает. Тут по 10 секунд получились. Они там, да. Смотри, что сейчас здесь просто делают. Просто было два видео по минуте, мы их полчаса перекидывали. Потому что, да, телефон этот у меня медленный, а тут у тебя круто снимает. Смотри. Сейчас зависну вот так. И поделаю действия качательные, вот по максимуму. Когда чувствую, что все, скажу стоп. То есть у меня руки будут примерно в таком положении находиться. Вот именно прокачаю. Попробую.
Да, надо зашивать его. Прям слышно, да, было? Да. Да. Вот оно. Прошло. Рвется. Можешь? Ты попробуй. А, палками, да-да, конечно, серый. Дай, давай на переключку, ой. На передачке включим, да. Ты, пожалуйста, Серег, Ярославу, покурсуй по палкам. Только смотри, Дане не мешать. Понял? Тихо. Сейчас, секундочку. Секундочку. Это ты? Да, моя почта. Вход. Вижу. А я тебя куда заходил? В YouTube. А, наверное, в YouTube. Сейчас. Все, я сейчас выберу. Так, Bluetooth, да? О. Да. Bluetooth. Ну, по идее, мы с тобой коннектились уже, он должен... Надо выбрать. А, стоп, секунду. Выбрать. Сюда положим. Ярослав, отойди, пожалуйста, чтобы Даниле ты не мешал заниматься. Вот туда, ближе к зеркальцу. Ты можешь на себя в зеркальце смотреть? Зеркало. Я пытаюсь выбрать, а оно не убирается. Значит, ты что-то не то нажимаешь. Надо нажать и подержать два моргания. Я тебе когда передал, все. Ярик, тебе надо все. Просто раз нажал, у тебя цвет поменялся. Все, выбирай. Ну, хочется же самому понажимать же, если ты помнишь. Два раза. Ну все, ты же выбрал. И один раз нажми, подержи, все, он зафиксировался, все. Можешь крутить. Серег, яблочко съешь? Не, я вообще ничего. Братух, ты больше цвет выбираешь. Можешь выбери. Можешь выбери какой, любой. Цвет и дам. Первое пошло. Вот даю. Вот. Пожалуйста, я выбираю. Только, пожалуйста, не мешай брату. Я уж скоро все. Тебе красный цвет. И вот спокойненько сюда вставай. Вот тебе зеркало. Александр Иванович, у нас до полдесятого, помнишь? Все, мы последние сегодня? Сейчас. Ну, ты вот я интересный вопрос задаешь вообще. Покажи Александру Ивановичу джедайский палка световая. Только не бей никого, просто покрути, как ты умеешь. О, как умеешь. Репетируем, готовимся к выступлению. Не держись за цвет-то. Он же, как он там, какой, лазерный, огненный? Да. Он же огненный по кино. Он же руку сожжет. Ладно, пацаны будут ходить, как ко мне зайдут, чтобы я их выпустил. Все, ладно. Ты сам выпустишь. Да, мы наверное, все вместе выйдем. Сегодня, скажи, сегодня приматы были? Приматы были? Да. А я сегодня ему колючку говорил. Да, все, мы вопрос решили, к шести будут ходить. Макарюшенко? Сегодня ты с ним разговаривал? Конечно. А он приезжал сюда? Конечно. Ну я просто не знал. Ну к шести. Все, мы вопрос решили. Говорю, к шести придут. Да, у нас знаешь какая штука? У нас по наполненности. Просто когда, например, вчера пришло 8 человек, 10 человек было. Сегодня двое, ну к шести как бы что смысл дергать. Но я понял, не переживай, пожалуйста. Ладно? Не собрал, что дверь была закрыта. Яблочко будешь? Я не то еще не съел. Погоди. Так, погоди, Макарющенко или Захаров? С кем сегодня разговаривать? С Денисом? Утром. С Денисом? Днем. Он за этим приезжал. Договор. Приятного аппетита. Спасибо. Через пару. Чтобы этот не подавиться. Нет. Это в зависимости от народа. Как бы странно, уже раньше. Ну, ты видишь, вот, им удобно приходить 19:30. Остальной команды не было. Вчера позанимались, подутомились. Смотрите. Смотрю, брату не мешай. Все, крути красиво. Сейчас зима будет, ему уже спать надо. Конечно, нет, 100% школа начинается до 9, они 100% будут. Просто его старший брат совершеннолетний, за ним еще и родители приезжают. У нас так вообще все подростки до 9 часов. Ладно, смотрите, что у меня дверь. Да, хорошо. Потому что я дверь к себе закрыл от комаров. Хорошо, жечь. Я просто не услышу, когда не пойду. Выходим вместе, мы выйдем. Светопалка, ну что ты балуешься, я? На вот тебе светошест. Светошест и светопалка. Если что, ты можешь попросить Сергея Сергеевича, как мастера светопалок, покрутить, показать что-нибудь. Как мастера, возможно, самого лучшего мастера
среди вас. Среди нас. На, скажи, Сергей Сергеевич, покажи, пожалуйста. А для начала стоп. Данил, ты на грудные вещи или просто разбираешь? Разбираю. А, помоги, пожалуйста, братишке отнести блинчики. Хорошо, блины отнесу. Так, 5 килограмм стальные и стальные. Вехов сегодня фотографии прислал на почту. Так. А он тебе текст прислал, как это? Нет, я с ним разговаривал, я говорю, благодарственное письмо. Он говорит, короче, тот, который нас сопровождал, вот этот там, начальник там, короче, заболел, он созванивался в итоге с Сергеем Сергеевичем, который заместитель. Он сказал, говорит, давай лучше письмо составим по окончанию спартакиады, когда вот будет закрытие, вот она пройдет, говорит, тогда мы вам составим благодарственное письмо. Вот на этом. А текст, как называется, это все движня, он тебе прислал? Текст. Паша, там вначале сказал. Само название мероприятия? Да. Полностью да, прислал. Да, а да. Тебе надо было его вставить, этот текст, на YouTube в описании. Я знаю, да. Я просто вчера выложил, уже так добавил и спать пошел. Все, все, все. Они были выгружены, надо было просто опубликовать. Если что, ты добавь его в описании плейлиста, этот текст. Там да, что написано? Там, ну, большой? Нет, не совсем. Я помню про это, да. Я и сделал плейлист, я просто уже выгрузил, опубликовал и сегодня как раз думал закончить. Все, класс. Я видел, что ты там поменено, думал, блин. Не, ну ИК, вот как ты вначале помнишь, ИК, дефис, вот такой-то. Это все, да. Потом, название вот эти вот разные да, штукенции. Да, тут я не расставил точки. Он смотрю, ты сделал, думаю, блин. Не, нормально, сделал, самое главное, что поставить. Данил, крутанешь? Нет. Хорош. Почему? А зачем? Блин, ты чё, круто же. Остальное вон там ещё и дадим. Фотографии, конечно, там и прикольные вообще. Да? А такие моменты порой. Ну, это самое дело. Я бы сказал, удачные моменты. Вот прям, вот кто фотографировал, вот... Угадал. В очередной раз я убеждаю, что самые лучшие фотографии, это когда не надо вот это, знаешь... Когда без ожиданий. Есть, да, вот это вот, встань вот так. Нет, да, вот да, как да, процесс идет, да. Вот это самые крутые фотографии. А ты мог бы в группе... На этом. На СКК. На СКК, да, в ВКонтакте. Создать плейлист, например, ну, вот этого открытия. Ну, все то же самое, как в Ютубе, только. Да, только для фоток. Да. Только для фоток. И туда запуляешь, да? Они все у меня классно. В телефоне, я уже все перекинул. А, ну, все, на все хорошо. Да. Вместе поэтому все сделаем. Что, Сергей Сергеевич, покажи людям просто. Крутанешь чуть-чуть. Есть у тебя шестом? Шестом, да. Давай. Ты сейчас смотри, Ярослав, попробуйте сделать как бы выступление вместе. Подстраивайся под действие Сергея Сергеевича. Вот красиво, красивое выступление сделать. Данил, перебросишь дальше, да? Я даже сделаю свое какое-то выступление. Я буду потихонечку перемещаться. Вот так вот попробую. Потихонечку тело. Буду перемещаться. Естественно, буду смотреть, чтобы не задеть тебя. И ты должен так, крути, опять и потихонечку так же перемещайся. Как видишь, что он постоянно? А, ну, он постоянно сейчас. Ну давай, начнем. Мы же не отключались. Один ты перекинул, да, файл? Сейчас второй. Благодарю. Красиво делай, красиво делай. Как будто бы это сценическое, вы сражаетесь против других врагов. Не против друг друга, а против других врагов. Но у нас же разные... Ну, вы с одной команды. Вы с одной команды. Так, молодцы, блинчики, положили. Все положили, красавцы. Даня, а сколько ты подходов повторений делаешь на вот этом весе ногами? 5 по 10, да? Надо как-нибудь там тоже устроить. Попробуй потянись, попробуй хоть разочек. 16 килограмм, легкотня. Просто у меня из-за сустава болит, руки, ноги. Принцип понял как? Понял. Поясок застегивай на себе, но только гиря, цепь должна быть за спиной. За я спиной. Знаю. Да, чтобы в пах не ударилось. Аккуратно. Так, на ноги больше сегодня никому не надо будет? Нет, я хотел сам снять. А я сейчас уберу, ты пока попотягивайся, сколько осилишь. Вот так же, как я, попробуй с упором на пол. Блин, там вот тихо-тихо-тихо возьми ее. Это как нам про игру рассказывал, да, Ярослав? Там тип один был пристегнут к нему в гире, чтобы не убежал. Тихо-тихо-тихо, я про это и говорю, да. Ну потом этого не
него была в руке. Аккуратненько. Данил, живой? Все хорошо? Да нормально. Бросай, аккуратнее, аккуратнее. Подтянулся, встал ножками, встал. Тихо, 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 не падай, тихо. Подтянулся, еще раз встал ножками. Сам главное, пожалуйста, не падай. Духом. Ого! Нифига себе эффекты я сделал. Это стробоскоп какой-то. Да, это мы называем блевотельный эффект. От него голова болит потом. Мы с друзьями ходили на страшный квест, там такой же эффект был в комнате. Мы с друзьями по много лет отвисали на дискотеках. Там больше просто. Там эффекты погруче были. Особенно, знаешь, когда вот это была актуальная тема, помнишь, из Блейда музыка? Блейд. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Заходишь там, просто двери сначала такой, знаешь, потом просто как вух распахивается. Смотрите. Люди двигаются вот так. Ну так, не видно всего движения. То есть какие-то дикие рожи там. Непонятно вообще, кто это. Потом все это ходишь, вроде свои, вроде не свои. Ну, конечно, жуть. Смотрим, смотрим. Аккуратно. Вот. Ты старайся ножки вместе, чтобы ты перевигили ногами. Вставал на ногу. Я наоборот, чтобы она сначала, потом я. На спину давление идет. Рывок на спину идет. Ненужный совершенно. А так она ноги врежет. А нет, а ты так просто встанешь вниз, она не ударится ноги. Ну, знаешь как, вот так она у тебя будет находиться. Чуть-чуть, да? Носок, аккуратненько, носочки, носочки, чуть-чуть не падай, не падай. Потому что это зарядило. Вот это, а, смотри, поэтому вот так сделай, чтобы гирь была между ударами. Постарайся зарегистрировать ударение, Ярослав. А так ты руки обожгешь себе. По сути же, когда огненную штучку берешь, лазерную. Ярик, ты крути, я же тебе в самом начале сказал. Ты не просто стой, смотри, как я кручу. Я-то покручу. Ты тоже крути. И красиво, перемещайся. Потому что я начинаю перемещаться, ты стоишь, на зубу упаешь. Нам надо сейчас сделать как будто бы одно выступление вместе с ним. А знаешь, как можно? Дай мне секундочку. Смотри, тихо, в носу. Ты потому что отвлечен, да. Я тебе говорю, дай мне секундочку, а ты отвлечен в другом месте делаешь. Смотри внимательно, понимай, что происходит. Потому что это опасно, реально это опасно. Любые железы, любые движухи опасно. Можно кого-нибудь ударить. А кого-нибудь ударить, ну, поругать за это могут или причинить страдания. Попробуй поделать вот такое действие. Вот такое действие. Как будто... Давай, аккуратненько. И смотришь на Сергея Сергеевича, и аккуратненько. Ярослав, мать с ними берешь? Все, сейчас я остальное убираю. Аккуратненько, да. Короче, мне надо новый телефон пытаться надыбать как-нибудь. Сколько там процентов? Сейчас, секунду, что-то он опять пропал этот. 71. Так, у нас еще 10 минут на все про все, но потихонечку сейчас будем. Покрути, покрути, аккуратненько. Хочешь, поменяйся, возьми шест, поменяй Сергея Сергеевича на короткий меч. Но шестом тебе надо вообще аккуратно сделать. Надо крутить перед собой, как пропеллером. А мостик сделали фотографию? Мостика, да, вот этот. Мостик. Я не помню, я значит, так просмотрел все, но по-быстрому, потому что сегодня такой напряг был, но интересно было просто посмотреть. Аккуратно, Ярослав, аккуратно. Да, за спиной, молодец, все правильно, да. А по стене положили. Там есть такой кадр интересный, знаешь, когда я с мячом выбегал, короче, такой кадр, ты, по-моему, стоял. Я же стояшу. Да. Чем-то ты, короче, был, то ли с... Ну, том с плеткой нет, или после... Шестыми, да. В общем, у тебя такая, знаешь, воинственная такая поза, так на меня смотришь суровым взглядом, и я просто с такой ногой вот так... А, ну, да, ты же хорошо выскакивал там. Посмотри, Сергей Сергеевич... Там передал вот это вот кадр. Прикольно, я говорю, прям прикольные фотографии. Еще бывает, знаешь, как классно делают на вот этом фотоаппарате, который быстро выстреливает, можно поставить серии с фотографий, там, 5 или 10 фотографий, прям ту-ду-ду-ду-ду. И прям можно прям раскадровку такую. Знаете что? Знаю. Что? Я чувствую, что вы с мячами, Сергеем Сергеевичем и мной сделали какое-нибудь видео для СКК вместе. А что мешает? Ты красиво сделай видео. Давай так некрасиво. Ну ты ничего не крут, они крут.
Ярик, вот тебе дали уже шест. Да. Ты и с ним ничего не делаешь. Он стесняется. Может, как-нибудь покрути. Он стесняется, может быть? Ты стесняешься? И потом красивое видео снимем. А помнишь, тот раз объясняли тебе на той тренировке, как крутить надо? Докручивай левой ручкой, докручивай побольше. Так, да, не хочешь попробовать? Попозже. Так уже собираемся. Дань, лови. Данька, лови, братан. Аккуратно, все, аккуратно. Вверх бросай, рукоятка к тебе прилетит, не бойся. И держи, спокойненько. Одна из рукоятки. Там рукоятки было далеко, он был прям удар. Ну, у него титановые, в общем, эти руки, наверное, они не сгорающие. Только не ударь, брата, на место Сергея Сергеевича. Сюда, иди, Даня. Сейчас я поставлю последний. А, все, давай. Что, принять надо, да, сейчас, секундочку. Принять вроде не надо нажимать. Или надо. Сейчас, секундочку. Жаль, что нельзя сделать шест, который был удар Твейдера. Так вот он. Жест как удар Твейдера. Жест? Твейдер. Удар Твейдера же не было шестов. Это удар молота. Тихо. Удар Твейдера, у него был... У него был, короче, крестик такой. Вот. Ты вот так вот перекрестил? Это не так Твейдер? Это Гардер. Знаешь, что опасно? В чем ерунда, Серёга, аккуратно, Данил, аккуратно. Знаешь, в чем ерунда этого, сейчас, секунду, перекрестия? Потому что пальцем в жизни можно было пальцем за него коснуться, за это, и они бы сгорели бы нафиг. Вот в чем жуть. Разве их не изучили? Да, так ты увидел как раз в YouTube. Я говорю, они вот, и все вот такие прикольные, они прям эти фотографии. Покажи, парня. Смотри, что он творит с мячом себе. Ты знаешь, как не хватает это? Знаешь, как заставки в этом в кино. И такая фотография. Да, они видишь, как они одновременно и четкие, но там, где надо, есть маленькое размытие. То есть настроено, ну, видишь, не дадут в таком учреждении просто абы кому крутить свой, вернее, снимать, музыку делать. Как правило, это люди, кто знакомы с этим, не понаслышке. Там же очень много там. В таких учреждениях очень много, нормально поймал, очень много талантливых людей. Я знаю, отдайте, чтобы не удариться. Да, есть мостик. Есть мостик, да? Вообще тут. У меня есть один вариант видео для СКК вместе. Один вариант. Мостик, конечно, четкий такой, смотри. Ну, давай, парни, вообще мостик красивый. Смотрите, парни. И то это очень далеко. Я сейчас прям приблизил. А, на самом деле он далеко не его сделал? Ну, он очень далекая фотография. Она, короче, выглядит. Ну-ка. Таким образом. Йо, нифига себе. Да, вот так вот она выглядит. Это как нам надо его вот монтировать? У сестры спросишь? Или Захарь его, Петра Владимировича попросить. Все. Сжег, это не те, которыми сражаться надо, это те, которые крутить надо. Ярик, хватит баловаться. Просто стыкнулись друг друга. У нас были те, которыми сражаться надо, мы их разломали. А? У нас были мечи такие, но именно и кручные для сражения. Мы их разломали. Данил, мне кажется, надо на стоп нажать, у тебя есть видео воспроизводится почему-то. Оно не воспроизводится. А, это он так перекидывает? Видите? Па. Да и ладно, он так и так отсылает. Из-за него не тормозит, нет? Нет. Так, все, парни, сейчас аккуратненько, потихоньку я сейчас собираю. Молодцы. Яблоки только не забудьте, чтобы не пропали. Ну, не забудьте в этом. Употребить. И да, скушать. Ну ты уж это, Ярослав, ты уж сегодня порадуешься, родителям порадуешь, скажешь, вот я такой молодец. Только расскажи честно, как испытания проходили, ладно? Два моргания должно быть. Все, два моргания, больше не надо. Там ты хочешь цвет поменять? Нет. Выключить? Так. Не против, если... Не против, если что? Если ты попьешь? Пить нечего. Ну вот есть вода, но там ее оставили приматы. Вон ту бутылку воды, бутылки воды. Ну это страшно. Ну это как бы да. Страшно, очень страшно. По желанию. Мы не знаем, что это такое, но что это очень страшно, да? Мы не знаем, что это такое, но если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Да. Вот так иногда люди в панике и в шоке и в ужасе.